Ювелиры, художники, народные умельцы собираются в Сочи в сентябре в 11-й раз. Выставка «Золотой сезон» – место встречи профессионалов ведущих предприятий ювелирной отрасли. «Золотой сезон» и фестиваль народных мастеров и художников России объявляется открытой. Здесь на выставке «Золотой сезон» представлены бренды ювелирной моды. Россыпь золотых украшений разных техник и стилей. От традиционных до редких дизайнерских. Полюбили сочинцам изделия в классическом стиле с редкими драгоценными камнями в авторском исполнении. Эти работы выполнены ювелирами, которые входят в Творческий союз художников России. Красивая выставка с красивыми ювелирными изделиями. Большое количество предприятий приехали на нашу выставку. Здесь не только ювелирные изделия, здесь много одежды, аксессуаров красивых, камней, много-много всего того, что радует наших людей. На равных с ювелирной отраслью идет модная индустрия. Уникальные, стильные, красивые, качественные изделия привлекут внимание и сочинских модниц, и тех, кто приехал в Сочи на отдых. Всегда в моде лен, льняная гладкая ткань особо актуальна для южных регионов. Опять же, на выставке представлены только авторские работы. А значит, будь то платье, юбка или пиджак, все в единственном экземпляре. Многочисленные мастерские представили в Сочи свои творческие работы. Это авторская витражная роспись, к примеру, необычная декоративная роспись на свечах или фонарях. Такие изделия станут приятным украшением любого интерьера. Также представлена интересная коллекция авторских кукол и ярких картин в технике «Шерстяная акварель». В рамках выставки состоится международный конкурс «Золото и бархат 2017». Будет оцениваться дизайн одежды и аксессуаров, качество ювелирных изделий. Пройдут показы от компаний-участниц выставки и мастер-класса. Состоятся традиционные супер-розыгрыши среди покупателей. Призами станут смартфоны, ювелирные изделия и билеты на ледовый спектакль «Ромео и Джульетта» Илье Вербуха. Выставка «Золотой сезон» компании «Соот» открылась сегодня и продлится до 24 сентября в выставочном центре гранд-отеля «Жемчужина». Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.